В Иванове подвели итоги областной детско-юношеской географической экспедиции «Малая Родина». Исследованием родного края школьники из разных городов области занимались в сентябре. Точкой старта, от которой 4 группы ребят отправились по направлениям сторон света, стала Ивановская конфлюенция – точка пересечения целочисленных координат. У нас в центре города Иваново пересекаются два целых значения параллели меридиана – 41 градус восточной долготы и 57 градус северной широты. В общем-то, у нас на планете мало городов и населенных пунктов, где пересекаются целые значения параллели меридианов. Кодовое название экспедиции – 5741. Из Иваново школьники проследовали туристскими маршрутами по основным населенным пунктам нашего края. Побывали в Фурмане, Комсомольске, Ильинском, Парском, Дунилове и многих других городах, деревнях и селах. Общая протяженность маршрута экспедиции превысила 700 километров. Две группы путешествовали по нашему краю пешком, еще две – на велосипедах. Ребята жили в палатках, готовили пищу на костре и, конечно, изучали памятники архитектуры и природы, которые оказывались у них на пути. Мне вообще она очень понравилась. Я хочу спасибо сказать тем, кто ее организовал, именно такую, какой она была. Мы увидели много достопримечательностей нашего края. Действительно, экспедиция прошла по нашему району, по Ивановской области. Она была очень интересной, мы много познали о своем крае. Думаю, больше, чем урок краеведения в школе. По итогам экспедиции ребята подготовили доклады, в которых постарались поделиться самыми яркими моментами своего путешествия. Оказалось, что все впечатления невозможно вместить в 15-минутный формат выступления. Поэтому краеведческая конференция длилась почти целый день. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.